Основная задача предстоящей недели – собрать урожай с полей. Сейчас в республике убраны 85% посевных площадей. В трех районах уборочная практически завершена. В передовиках Яльчикский, Батревский и Порецкий районы. Ежедневные дожди осложняют работу. Зерно приходит с полей влажное. Задачу поставили и хлебоприемные предприятия, чувашхлебпродукты, и продовольственный фонд. Все работают, сушилки, для того, чтобы принимать зерно от сельхозпроизводителей, которые не имеют возможности сушить. На этой неделе зерновые все же планируют убрать полностью. Остаются овощи и картофель. Картофель убран с площади 2,6 тысяч гектаров. Это на практически 1200 гектаров больше, чем в прошлом году. И урожайность в этом году выше, картофель 223 центнеров с одного гектара. В прошлом году было 165 на эту дату. Ярмарки «Дары осени» в разгаре. В Чебоксарах определены 4 основных торговых места и дополнительно 20 открытых торговых площадок. В Новочебоксарске 6, а в Алатыре 5, в Шумерле 4 и 1 в Канаше. В продажах принимают участие сельхозтоваропроизводители со всех районов республики. Цены на ярмарке, они у нас снижаются. И вот картофель уже стоит 9-10 рублей за 1 килограмм, капуста 7-9, лук репчатый 11-18, морковь 14-20 рублей. Это практически на 30-40% дешевле, чем в магазинах. За выходные в городах республики продано 265 тонн овощей на сумму более чем 3 миллиона рублей. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев призвал муниципалитеты проконтролировать создание необходимого запаса продуктов питания социальными учреждениями, чтобы стоимость обедов в них была разумной. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.